Всем привет! Возвращаемся к сатуару. В предыдущем видео мы делали подвес к нему, то есть окончание. Вот, а теперь настала очередь, в общем-то, собрать сам сатуар вместе с этим подвесом. Я, используя бусины, которые у меня есть, вот собрала такую композицию. Сейчас расскажу, от чего я отталкивалась. Во-первых, так как самый главный элемент у нас – это окончание, оно состоит из дерева и металла. То есть в самом сатуаре, в самом наборе должны присутствовать оба этих материала. Поэтому максимально я собрала деревянные элементы, какие у меня были. Плюс, так как у подвеса есть металлическая голова, надо было добавить обязательно металлические. Вот я добавила шляпки для бусин. Такие, плюс вот такую вставочку металлическую и дерево. Ну и для того, чтобы придать блеск, я еще добавила такие матовые стеклянные бусины. Их немного, но как акцент подойдет. Вот, пока я собрала такую композицию. Если будет маловато по длине, я добавлю еще из каких-то элементов. Пока мне нравится так. Сейчас давайте это соберем. Я беру плетеную проволоку, стальную, она очень прочная, и сейчас буду нанизывать бусины. Чем хороша такая проволока, для нее не нужно использовать иголку, и очень здесь у нас толщина 0,35 мм, вот, и любая бисерина, любая бусина прекрасно влезет, и не нужно мучиться и корячиться, подыскивая иголку под это. В общем, это огромный плюс. Ну и она, конечно же, ее руками не порвать. И от того, что она плетеная, от вот такого вот она тоже не сломается. Теперь по очереди просто в этом порядке вот так и одеваем. Одну сторону, значит, мы собрали. Теперь я как раз ждала, пока мне придет посылочка с протекторами и кримпами, и продолжаем снимать. Берем один протектор, вводим в него нашу леску. Это необходимо для того, чтобы тросик не перетирался об фурнитуру или об замочки. Все. И теперь нам надо в него одеть нашу птичку. Так, ну, вроде как собрала. Теперь осталось примерить. Ну что, вот так носит сатуар. Можно с пиджаком, можно просто на однотонной футболке или майке, или блузке. Но необходимо, чтобы он был контрастным. И тогда его заметно, и все будут обращать на него внимание. Ремешок из кожи, поэтому он достаточно приятен, ничего не натирает. Всем спасибо за просмотр. Встретимся на новом проекте. Пока!